Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые коллеги, дорогие иностранные гости, друзья. Сегодня мы присутствуем при очень важном событии. И это событие является важным не только для российской энергетики. Оно является важным для всей европейской энергетики. Мы сегодня приступаем к практической реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов – строительству газотранспортной системы по дну Черного моря. Наряду с Северным потоком, с такой же системой по дну Балтики, Южный поток создаст условия для надежного, безусловного снабжения российским газом наших основных потребителей в Европе, в данном случае в Южной Европе. Этот проект, безусловно, стал международным проектом. В нем задействованы многие европейские страны. Достаточно сказать, что на первом этапе газоснабжение будет осуществляться как минимум в 6 государствах. Это и Болгария, и Сербия, и Венгрия, и Словения, и Италия, и Хорватия. В реализации проекта принимают крупнейшие наши партнеры из Западной Европы, из Франции, Федеративной Республики Германии, из Италии. Этот проект получил политическую поддержку во всех странах-партнерах. Подписаны все межправительственные соглашения, приняты все инвестиционные решения. 63 миллиарда кубических метров газа – это большой объем. Для того, чтобы обеспечить, Россия начала уже работу на своей собственной территории. Мы увеличим и расширим возможности для выхода к Черному морю на расстояние 2500 километров. Построим дополнительно 10 перекачивающих станций. Работа началась уже в 2010 году. И я хочу поблагодарить всех наших партнеров за понимание важности этой совместной работы. Уверен, что она будет успешной. Мы можем приступить к реализации этого крупномасштабного проекта, и сегодня будем присутствовать при сварке первого стыка газопроводной системы «Южный поток». Давайте начнем. Настоящий купол концертного зала. В ближайшие минуты здесь снова зазвучит музыка, поэтому встречайте, приветствуйте, Максим Шагаев.